Алло. Алло, алло, ох, хороший звук, да? Я вообще думаю, вообще крутой вообще. На всякий случай, конечно же, проверю все равно. Сейчас вот таким вот образом. Сейчас вот таким вот образом. Ну да, почему бы и нет? Вообще так, звук-то вообще нормальный. Все. Да. Осталось запустить нашу игру. Запускаем. А, точняк. Телефончик еще. Запустим быстренько. Так, запускаем. Быстрее, быстрее, быстрее мой канал. Видео. О, в эфире классно. То, что надо. Так. Это нам не интересно, вот это нам интересно. Все, класс, но. Так, у нас опять спор космические приключения. И вообще, я, наверное, должен экран как бы вам показать. Но подождите немножко. Я посмотрю на красоту. А вы уж потом взгляните. Так. Все. Вот так делаем. Теперь вот так. Все прекрасно. И вы все видите. Ну, красота. Вообще круто. Так, ну давайте шпайл-то цивилизации у нас, да? Мы очень знатненько там прокакались на цивилизации. Но попытка не пытка, давайте второй раз, вторую попытку делать. Фух. Погнали. Надо попробовать все-таки прям по-мирному так пути пойти. Мы начинались, получается, с прям с плодоядных, жестоких животных. А сейчас будем наоборот. Все-таки давайте по-мирнее быть. Не думаю, так будет намного проще. Потому что в тот момент я даже не знал, что делать. Нас просто задавливали. Это было невозможно. Так, класс, что у нас происходит в мире? Пока что мира у нас нет ни с кем. Зато с желтыми у нас беда. Нашли адепты с часами будут уже. Так, с чем же вы пришли сейчас? Ага, наши слова полны мудрости. Так. Но я бы хотел с ними помириться, на самом деле. Так, нужно прям им хорошенько так преподнести даров. С ними мы дружим прям славно. Пусть они им бесполезные. Так, деньги есть, давайте отдавать желтым. Так. Ага, ваша граница слишком близко, нападение с вашей стороны. Ну блин, рады стараться. Так, ну ладно, деньги надо зарабатывать. Давайте посмотрим, можно ли там построить завод. Да я знаю, можете мне не говорить. Завод еще 200 стоит. Ну давайте завод сделаем. Так. Каким должен быть завод? Возьмем, ну, такую штуку. Увеличим ее. Так.
бочоночек. Так, ну пусть вот так вот она будет. Это у нас такой завод, ребята. Потом возьмем крышу. Крышу у завода должна быть, даже не знаю, давай купол. Возьмем купольные крыши. Вот, кайфово. Купольная крыша, классно. Потом это у нас пристройки всяких зданий. Ну нафиг, они нам не нужны. Нам нужны сейчас двери. Двери какие-нибудь. Не, фигня. Давайте вот такие вот. Смешные, вообще классные. Поставим поровнее. Вот как-то вот так. Эй, куда? Так, хочу на эту штучку посидеть. Ага. Так, ну ладно, пусть так стоят. Так, нормально, окна. Окна. Берем какое-нибудь все такое окошко, поставим вот тут. И вот такие вот кругленькие хочу взять. Ну да, вообще кайфово, классно выглядит. Так, и вот сюда вот тоже вот так вот и вот так вот. Так, со спины что, со спины сделаем? Есть или что-нибудь здесь? Так, смотрим, здесь особо ничего интересного. А, это у нас что такое, украшающий навес? Можем посмотреть, в принципе. Так. Давайте вот так вот сделаем. Так. Типа вот так вот. Ха, ну ладно, пусть будет. Так. Что у нас еще есть? Так, балкончик можно попробовать какой-нибудь вот такой вот. Сделаем пошире. Чуточек, и слишком много. Так, и вот здесь, в принципе, нормально. И вот так вот. Так. Смотрим еще какие-нибудь окна. Давайте вместо двери сюда поставим какое-нибудь окно вот такое вот. В принципе, на дверь похоже, что... Что не так-то? Похоже, и это самое главное. Все. И еще, конечно, что-то вот сюда вот поставить, чтобы заполнить вот эту вот пустоту. Сейчас посмотрим, что у нас есть интересного. Здесь ничего не видно. Но можем взять укрепленный навес какой-то. Давайте посмотрим, как он будет смотреться. Так, что это делает? Заглаживает, понятно. Ух ты! Давайте вот так вот сделаем. Выглядит прикольно. Так. О! Капец. Жесть. И еще что-нибудь в зале все-таки надо добавить. Куб есть какой-нибудь. Давайте возьмем куб. Что-то маленький. Маленький куб какой-то. Странно. Так, луч какой-то еще есть. Ой, куда это мы? Нифига себе. Нет, не надо нам такого. Так. Короче, пусть будет так вот. Мне нормально, в принципе. Окрашивание. Посмотрим, вот такой вот завод. Давайте вот такой вот, кстати. В принципе, нормально выглядит. Так. Так. Так.
Фух. И ставим наш завод. Так. Только плюс 40 тогда будет с этой стороны. Плюс 400 точнее. Так. Давайте поставим сюда. Переместить я типа сюда не могу. Ну ладно. Давайте тогда пусть так стоит. Так. Повернуть еще правильно его. Это вот. Вот так вот. Так, ну все. Классно, сервис завод. Теперь давайте. Кто нападает на нашу вышку? Желтенькие. А машины где мои? Вопрос. Так. Так, понятно, я вас понял. Так, ну значит они сейчас захватят нашу. Блин, ну я хочу мир с ними. Но придется его прикончить, ладно. Потому что он нападает на наше владение. Нет, конечно. Так. Так, я не хочу с вами войну. Хочу это. Короче, черт знает. Давайте тогда попросим желтых. Красных. Так, что это у нас за город? На всякий случай еще раз посмотрю. Ну давай. Ага. Понятно, давайте вот этот. 6400. Хорошо. Так, сейчас тогда. Тогда сейчас, подождите. Сейчас заработаем. Все, заработали. Так, все, ладно, договорились. Все, кайф. Сейчас будем сражаться. То есть нам будут помогать. А почему они стоят, у меня вопрос. Так, сейчас я хочу, в общем-то... Короче, нападу я на этих фиолетовых, потому что они меня заколебали, серьезно. Они слабые, бесполезные, мне вообще не помогают. Так. Тогда давайте возьмем этих, притащим к сюда. Потом возьмем вот этих и начнем убивать. Давайте быстрее.
Так, они сильные. Значит, надо... Так, хорошо, давайте уже быстрее с ними расправимся. Кто? А, эти желтые опять на нашу вышку напали. Хорошо, но мы сейчас с этими фиолетовыми разберемся по-хорошему, по-плохому. Ну, для нас хорошо, в принципе. Так. Морячки, морячки, идите уничтожайте вот этих ублюдков. Которые очаровывают нашу башню. Так. Здесь мы слабенько уничтожаем. Фига себе. Мы тут, значит, захватываем. Давайте быстрей. Нашу вышечку забираем. Так. Эх, а потом сейчас с этим разберемся. Блин, заколебали. Надеюсь, красные поможут. Красные помогут нам уничтожить их. Блин, ну да. Хорошо. Все, теперь захватываем. Так, мы так-то и так вам, блин, денег много дали. Так. Какого черта они захватывают нашу точку? Блин, взяли и захватили. Так, мы сейчас так не успеем захватить вот этих вот. Так, доход повысился. Вот это классно. Так, уничтожаем, забираем, точнее, быстрее нашу точку. Возвращаем, точнее. Так, они нам помогают славно там желтыми справляться. Куда он едет? Захватываем быстрее. Капец, у них там, кажется, они там прям хорошо нам помогают, смотрите. Нифига себе их. Ну вот это вообще хорошие ребята. С ними нужно прям хорошо дружить. Кто? Понял. Сейчас быстренько уже захватим. Потом уже будем разбираться с вышечками. Надеюсь, это правильное решение. О, все, они захватили город. Все, и мы сейчас должны захватить. Давайте. Так, хорошо. Так, долговато они прям здесь что-то расстреливают. Давайте. Жилой дом. Так, все. Жилой дом готов, ставим. Блин, захватили нашу точку. Но мы это все отберем. Так, классно они. Ух. Давайте уж побыстрее, что ж так долго-то.
Фух. Быстрее, пожалуйста. Кайф. Наконец-то добили. Захватили этих жалких фиолетовых. Все, классно, празднуем, радуемся. Вы схватили военный город, специализация не изменится. Это круто. Нифига военный город, конечно. Угарный военный город. Так. Так, нормально, в принципе. Так, все. Теперь идем. Почему? Нифига себе. Так, подождите. Так. Подождите, ребята, подождите, не спешите. Все. Хорошо, смогли немножко с ними помириться. Теперь идем забирать наши точки. Так, где наши лодки? Лодки тоже пойдут забирать только вот эту точку. Так, хорошо. Ух, сейчас просто следим за картой. Так, туда красные ползут. А, это мы. Ого, класс. Блин. Ну я не хотел. Я... Я много денег в них влил. Да боже мой, я опять не совершил ошибку большую. Огромную ошибку совершил. Вы посмотрите, сколько их там. Ох, ладно. Это красные. Так. Спокойно. Так, блин, у нас еще точку забрали. Так, где? Блин, обидно, что с красными начали войну. Давайте быстрее, да ёберный бабай. Shoot.
Так, у нас много денег. Нужно защищаться. Так, и вот сюда тоже. Так, войска мои. Вы давайте атакуйте вот это вот. Так, тут у нас плывет красные. Защищайте эту точку. Так. Фух, блин, их прям здесь дофига. Кто? Понятно. Да блин. Сложно, слишком сложно, что за бред-то? Ух, так. Лодки, что с лодками у меня? У меня вообще нет лодок. Мы возвращаем свои вот эти владения. И давайте попросим у синих. Ага. 6400 нужно копить. Кто? По какому на нашу вышку напали, скажите? А, понял. Так. Так, ну, блин, пусть сейчас все-таки серьезно, но вроде пока что держимся. Так. На вышку напали. Плохо. А мы что стоим? Все, отбились. Да убейте вы уже его. Так. Нам нужно больше денег. Так. Мне уже надоели сюда приплыть и... Что у них здесь вообще? Защита. Вы офигели? Вы офигели?
Тогда вы должны помочь нам, помогайте. Так, на какое государство напасть? На красных вот этих, да? Хотя или на желтых лучше. У красных, нет, на красных. У красных это очень много войск. Прям дофига. Это печально. Красных нужно уничтожать. Да чего они добиваются? По одному отправляют? Так. О, пора. В смысле? Что за бред? Это мы огорчаем. Так, ладно. Захватываем, в общем-то, их город уже и заколебал просто он. Так, все, мы всем нашим отрядом едем захватывать город. Нужно срочно зарабатывать деньги, чтобы попросить синих. Фак.
Смотрим, что она здесь. Ох, вроде нормально. Так, уничтожаем, короче, всех вот этих. Хорошо. Класс, у нас праздник. Еху. Давайте быстрее. Чё? А, блин, это желтый напал, да пофиг на него. Мы его город захватываем. Ух. Все, давайте окружаем нафиг и убиваем. Все, захватили. Хорошо. Ух. Все, класс, войну мы захватили. Ой, войну, блин. У нас должно все получиться, давайте. Вы захватили религиозный город с помощью военных действий. Религиозная специализация позволит вам обращать жителей других поселений в свою веру. Но... военное дело. Ставим жилой домик. Один пусть стоит тогда. Так, мы тогда полечимся, хотя пофиг. Текаем и защищаем вот этот. Точнее, забираем, возвращаем. Фух, ладно, пока что нормально у нас идет. Возвращаем вот это наше владение. Нифига их там. Так, ну ладно, пофиг. У нас сейчас наше дело. Так, это наше дело, это вот этих сейчас забрать. И отправить их. И отправить их вот сюда вот. А еще нам их сейчас полечиться еще хорошенечко. Так, куда они там идут? Они на нас нападают, что ли? Я не думаю, что у них получится. Хотя нет, зачем? Подождите, зачем я всех беру? Давайте возьмем вот столько и пойдем захватим вот эту точку. Вот этих мы возьмем, направим вот сюда вот. Так, смотрим. Все вроде хорошо, да. Так, с синими нужно дружить. Все хорошо. Надеюсь, эти деньги не уйдут впустую.
На какой? Так, хорошо, нет, у нас здесь все нормально. Как бы эту вышку защитить? Так, хорошо. Продвигаемся. Вот сюда вот. Вот эти две лодочки пусть плывут вот сюда. Что здесь происходит? Так, это наша точка. Давайте захватим вот это вот. Пока они здесь воюют синими, в принципе, можем спокойно захватить. Так, что здесь у нас? Используем вот этих вот. Так, вот это сейчас нужно охранять. Все, погнали спасаться. Так, бежим скорей. Будем спасать наш город. Так, давайте вернем уже вот эту нашу вышечку тогда. Нафиг мы это делаем? Вопрос. Хотя, в принципе, давайте да уничтожаем. Так, здесь он пусть потихонечку захватывает. Фух. Так. Давайте жилой дом. Классно. Так. Я тут. Фух. Так. Что же делаем? Где наши лодки? Так, у нас только две лодки получается. С синими у нас должен быть мир. Фух, так. Сейчас давайте тогда купим еще лодочку. Да блин. Так, все это наше. Так, давайте возьмем лодки, поможем синеньким, наверное. Ну ладно, а чё ты встал-то? Фух, синеньким поможем. Капец. Капец, вот это мы, конечно, даем. Кайфанё, кайфуй. Капец, у них лодок. Это жесть. Откуда столько лодок? Все, класс.
Так, синие ребят хорошие. Ну, можно им... Так. Эх, вы давайте, давайте не этого идти с нами. Мы все-таки хотели быть друзьями. Так. Ага, то есть нам нужно сейчас... Да блин, у нас плохие отношения. Нам сейчас нужно... Вот это что вообще такое? Можно их уничтожить? Всей нашей армии. Нет, невозможно сюда. Это остров закрытый для нас. Не классно, не круто. Тогда пойдем убивать вот этих вот. Так. Ага, классно, доход повысится. Кто на нас напал? А, серьезно, они? Ну, их мы быстро уничтожаем. Так. В принципе, нам... А, серьезно, они даже не вернули себе эту точку? Ладно, давайте захватывать. Аллилуйя, захватываем. Давайте все вместе захватываем. Класс, доход-то повышается, и это мне нравится. Можно еще больше сделать. И пойти прям славненько захватывать. Не с очень хорошей стороны они подошли. Так, вы как-то так неудобно прям подошли на самом деле. Прям абсолютно фигово. Я рассчитывал, что они сюда вот зайдут и будут сюда. Так, хорошо. Фух, обстановка нормальная пока что. Ну, такое себе на самом деле. Потому что нас сейчас убьют. Все, мне конец. А, классно. Так, сейчас уже деньги зарабатывать тогда. Мы так подбомбили их чуток. Капец, их дофига здесь. Ладно, в следующий раз надо будет еще использовать и лодки. Так, только нужно как-то побыстрее деньги заработать. Блин. Так. Даже не знаю, что делать. Там прям слабый город.
Тогда или просто может там купить сейчас здание, чтобы больше денег было. Так. Так, ладно, хорошо. Давайте больше денег надо. Фух, пожалуйста. Блин, это вообще сложно, капец. Сейчас прям напряжено, так хотя вроде бы ничего не происходит. Ну страшно, капец. Гор они еще захватывают. Что-то у нас денег вообще нет. Чё ты долго-то? Стой в минуту. Стой в минуту. Стой в минуту. Так и где мои деньги-то? Так. Они все по 100 в минуту, но где деньги мои? Сколько у них здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Офигеть. А как так много? У них же там типа... Ну, у них много домов и заводы. Развлекательный центр. Хороший у них город. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, нас маловато. Капец, я не знаю, как быть. Может, раз, два, три, четыре. Так, может, да. Расправимся ли мы с ними? Если просто еще немножко, еще один танчик возьмем и будем нападать. Блин, у них здесь башня стоит. И здесь башня. Не, не расправимся. Так. Фух. 275 у нас хп. Здесь 353. А у них по 360, это прям, ну блин, это не конец получается. Конечно, я могу покупку воздушной техники. А, теперь необходимо 4 города, вроде бы раньше 3. Ну ладно. Что, денег вообще нет. 1200 стоит завод. Давайте завод купим. Ой, блин. Капец, у них целых 5 городов. Да капец. Ну нет, это какой-то капец. Так, строим завод. Так. Вот сюда давайте тогда. Все, класс. Городик Корзу... Так, классно. Праздник, это хорошо. Ух ты, капец, нападают на красных. Капец, у них самолеты. Кстати, я надеюсь, сейчас красные отстоят свою позицию, и мы на ослабленных красных уже нападем. Круто я придумал. Так, ну у них также только две башни здесь. Раз, два и дофига, короче, дофига челов. Давайте возьмем лодочек.
Эти ладочки посильнее, вроде бы 40 хп, 40 урона точнее. Здесь 33. Скорость 13, здесь 20. Ну да, здесь явно лодочки явно покруче. Все, смотрите, давайте. Молодцы, синие, работайте. А мы чуточек с вами воспользуем. Нифига, у них лодки жесткие. А они случаем не выигрывают. Хотя нет, у них тоже жесткие. Короче, посмотрим, что будет. Пока что будем силы накапливать. Так, давайте тоже еще лодку купим. Нифига их там, они там точнее. Так, ну вот, они прямо, они красненькие разгромили их. Ну точнее защитились славно. Так. Они прям сильные, ребята. Так, смотрите, они куда-то поплыли. Можно пробовать нападать. Все тогда. Ух, погнали. Давайте плывем вот сюда вот. Потом берем наших. Наши танки. Вот сюда вот. И сейчас будем нападать. Ух, давайте уничтожайте их. Уничтожайте полностью. Капец, я боюсь. Давайте лучше возьмем лучше лодку еще. Фух, так, наши войска, вот они. Хорошо. Сейчас будем нападать. Раз, короче. Все, мы готовы. Нападаем. Блин, откуда так много? Так, их что-то здесь слишком много оказалось. Подождите. Мы справимся? Так, танки мои. У нас только 4 танка. Чё у них по урону? У нас урон намного больше, кстати. Так. Ну их самих по себе намного больше. О, класс! Так, хорошо. Танки пробрались. Все, давайте покупаем еще. Еще покупаем. Где вы? Танки. Давайте, 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 давайте. Так, где наши лодки? Только 3 осталось. Кайф. Теперь захватываем. А нет, давайте это уничтожим.
Все, теперь захватываем. Так, деньги есть. Даже можно, наверное... Да нет, давайте все-таки... Все захватываем. Фух. Так, у меня здесь две лодки осталось всего. Ёлки-иголки. Захват, ребята, захват. Фух, капец. То есть сейчас будет этот весь остров, получается, наш. И синие, если захотят с нами сразиться, то у них, в принципе, никак не получится. То, кроме как лодками. Поэтому нужно защитить вот эту сторону. С помощью лодок. Капец, да, все, мы хорошо прорываемся. Синие вообще что бездействуют? А, ну... Возможно, они все свои силы потратили. Но они нам хорошо помогли. Так, класс, у нас доход повышается, это очень хорошо. Фух. Так. Давайте... Да! Забрали город. Флаг у них особо не изменился. Ух, классно. Вы захватили военный город, специализация не изменится. Это очень круто. О, самолеты. Йиху, на самолеты появились. Так, их нужно обязательно использовать. Поздравляем, теперь ваши техники подвластен даже вольный ветер. С воздушной воронкой и вихревой трубой вы сможете создавать технику, способную подниматься на многие километры над поверхностью планеты. Нифига. Жестко. Так, хорошо, сколько стоит? 3000. Так. Космический корабль, офигеть. Да, все, создаем воздушную технику. Еху, так, наконец-то можно передохнуть и позаниматься строительством. Так, корпуса. Нафиг нам лодки грёбаные. Так. Давайте используем вот такой вот. Славненько его вытягиваем. Так, кабины. Чё там, ничего интересного. Кабины. Давайте воспользуемся какой-нибудь вот такой кабиной. Хотя нет, нам бы кабина с острым концом. Да, вот как-то вот так вот. Так, это по максимуму. Да, это по максимуму, давайте тогда... О! Вот так вот. Неплохо выходит. Так, точно. В ширину. Так, не, в ширину она становится страшная. Так, давайте оставим вот так вот. Ладно, пусть будет так. Почему бы и нет? Модно выглядит, молодежно. Так, дальше. Воздух.
Давайте попробуем. Так вот установим реактивчики на летчик. Так. Также установим крылья. Так, ладно, это уже. Вот такие вот какие-нибудь. Вот такие вот. Так. Дальше уже атакующую. Так, мини-стрелы. Мини-стрелы, блин. Окей. Так. Вот так вот. Так, уже нормально выглядит. Так, дальше. Огнедув. Давайте какой-нибудь... Блин, излучатель. Куда бы его поместить? Давайте вот сюда вот и нагнем его. Ха, капец. Вот так вот как-то и вот так. Капец, страшные штуки я строю. Дальше возьмем какую-нибудь. А можно вниз прикрепить? Да, вообще без проблем. Делаем вот так вот. О, кайф. Так, дальше. Давайте такую штуку поставим. Красота. Кайф. И разное что-нибудь посмотрим. Можно взять какую-то такую штуку. Прикольно выглядит. Так, вот так вот, значит, и... Ну и все. Да, и все. Красная. Вообще у нас должна быть красная, потому что я хочу красная. Ух ты, какая красивая. Яркая. Это какой-то угар. Давайте вот это возьмем. Выглядит прикольно, кстати. Название воздушного что-то там. Название будет шок. Все. Выпускаем наш шок. Открытый свет. Вот наша шоковая машинка. А теперь бы я хотел помириться с нашими друзьями. В принципе, у нас осталось только красные и синие. Да, все, давайте с ними попробуем помириться. Точнее, сдружиться. Так, давайте оставим самолет здесь. А это мы отнесем на нашу точку, где мы, в принципе, живем. Строим жилой домик.
просто зарабатываем деньги и меряемся с ними. Точнее. О, вы же мы сражались с врагом, плюс 70. Вообще круто. О, как сейчас спокойно это все. Только красные и синие. Фух, и мы красные, и у нас 4 города, у них раз, два, три, 4, 5, 6. Но они опасны, ребята. Хочу с ними мириться. Так, все хорошо, ради стараться. У нас полностью у нас остров захвачен, а у них целых 2 острова захвачено. Фух. Это, конечно, жесть полная. Полная жесть. Еху. Так. Давайте посмотрим, мы этот хотя бы город бы. Да, мы бы хотя бы этот город до конца бы отстроили. Так. Ну все, у нас вообще все хорошо. Надо бы сохраниться. На всякий случай. На этом хорошем моменте. И вернуться в игру. Так. Сколько мы стримлю уже? Сколько я стримлю? Часик и 10 минут. Хорошо, мы целый час просто вот этой гребаной цивилизации. Фух, ну на самом деле да, именно в... Как там называют, в племени... Геймплей, ну хотя даже не знаю. И здесь классно, и там, короче, прикольно. Здесь просто иногда бывает... Как-то... Ладно, даже не знаю, как сказать на самом деле. Поэтому... Так, хорошо, праздники это классно. Так, давайте вот этот наш город до конца уже... Там, допустим, завод построим. Да, вот так вот. И... Развлекательный центр. Так. Все хорошо. Давайте пусть так стоит. Фух. Так, а теперь можно... И сюда еще один жилой дом поставим. Плюс 3200 в минуту. Это хорошо, это отлично. Плюс 600 в минуту. Так, все, можем поставить последний жилой дом. А, нет, тут еще место есть. Вот это вообще кайф. Плюс 2000 в минуту. Так, ну и сюда, короче, устанавливаем. Вот на этот наш точечку. Все. Теперь можно какие-нибудь декорации сделать. Капец. Сколько они стоят? Даже крутить можно. Да, ну это, конечно, смешная штука, типа. Мы даже их видеть не будем. Поэтому я. Давайте. Деревья всякие вот сюда поднаставляем. Ну блин, не, они даже пропадают. Типа нафиг надо.
Эти пропадают из-за прорисовки. А смысла на них денег тратить вообще нет. Плюс 4000 в минуту. Так, давайте тогда. Давайте 4000 накопим и дадим им удары. Капец, как спокойно. Ух. Прям вообще. Ух ты, что это? Технобомба. 72 тысячи. Откуда столько много? Ладно, окей. Все, можно им дары приносить. Блин. Мы проблемы с дарами. Примите ли вы их? О, хорошо. Че у них? Посмотрите, ставится тупик. Мы хорошие ребята. Мы с дарами прибыли. Все, классно. Отлично. Просто спокойно живем. Можем позырить, что у них тут. А интересно, я их... Ну, гимн у них какой-то, конечно, страшный. Фига у них зовут. Фига у них... Смотрите, у них фонтаны. А у нас вот так все выглядит. Не, у нас хороший завод, на самом деле. Мне нравится. Дома у нас жилые тоже хорошие. Смотрите, бегают ребята. Разыскательный центр у нас тоже классные. Оп. Вообще отлично. Вот так вот. 56. Все, мы сейчас скоро уже станем друзьями. Настоящими. Так. Так, наверное, лучше сделать. Потому что я вот так вот сижу обычно. Так, ну ладно, давайте. Нам нужен мир. Не хотим с вами сражаться. Так. Капец, они огромные. А как называются наши города вообще? Ну ладно, пофиг, все, давайте. Че, получается, 4000 спарлингов и... Ой, спарлингов. И мы, наверное, должны уже... О, все. Мы вообще друзья. Все, союз. Что нужно делать? О! Да! Мы победили! Давайте объединимся и будем жить дружно и мирно. Мы долго ждали часа, когда вы решите присоединиться к нам. Конечно. Зачем нам сражаться? Поздравляем! Мир у ваших ног. Готовы отправиться на поиски новых миров? Тогда щелкайте на кнопке графика. Все. Капец. Наконец-то.
Переход на этап космоса. Щелкните здесь, чтобы запустить программу исследования космоса. Откроется редактор, где вы сможете создать корабль для первого межпланетного полета. В дальнейшем его можно будет совершенствовать в любом из ваших городов или колоний. Железный кулак. Завершение этапа цивилизации. В состав страны входило 8 военных. Все. Весь мир наш. Просто посмотрите. Весь мир наш, смотрите. Смотрите, все такие, как мы должны выглядеть. Когда-то мы вылезли из этой воды. Бродили по этим лесам. Без мозга убивали. Многих разных нас убивали. Капец. И вот уже весь мир в наших руках. И это круто, конечно. Давайте, наверное... Так, вот это наш самый первый город. Я бы хотел... Да, самолет, наверное, построить. Капец. Очень много самолетов. А, блин, я идиот. Тупой дебил. Самолеты у нас. Самолеты не могут захватывать точки. Затупил, конечно. Хочу захватить все точки просто. Капец. Жесть. А, точнее, захватим точку эту. Все, наша точка. Эту точку захватываем. Капец. Просто нам больше ничего не угрожает. Ёлки-голки. Наши топовые танки. Захватываем вот эту точку. Поскольку мне лень потом ждать, пока они приедут. Поскольку мне лень будет ждать, пока они приедут до этой точки, я просто возьму и... Оставлю здесь. Общий лимит техники или прям типа... А, нет места. Капец. Давайте. Давайте захватим вот эту точку. Так, а если общий лимит техники закончен, то как я тогда буду? Вот на этих островах. Облажался. А, да. Вот так вот. И деньги вернулись. Хоть в два раза меньше. Ну, мне пофиг, у нас 44 тысячи. Фух. Захватили. Так. Быстрей. 53 косаря. Захватили и
Это не последняя точка, да. А, давайте тогда лодок. Сейчас, где мои лодки? Кайф, у меня их нет практически. Так. Лодки давайте возьмем, выберем из этого города. А, это не водяной. Понимаю. Так. Вот здесь у нас две лодки. А, как раз это наши две лодки. Захватывайте, идите. Так, а тут у нас что за точечка? Тоже водяная. Значит, все, осталось только работать за лодками. Так. Все, последнее. Последние лодки плывут захватывать последнюю точку. И наш мир максимально полностью наш. Красный мир и красное поселение. Все, прямо оборон, захватите все источники ресурсов на планете. Ух, вот она, вся наша планета. Вся планета наша. Капец. Кайфануть и не встать. 98 тысяч. И не пора ли нам перебираться на этап космос? Наверное. Сколько я опять стримлю? 87 минут. Так, я выбираю сохранение. Не хочу потерять ничего. Сохранились, и этап космос. История развития. Кульминацией развития ваших подопечных является выход цивилизации в космос. Результатом решения, которое вы принимали в ходе эволюции, стали не только полученные вашими подопечными навыки, но и уникальный инструмент, появившийся в арсенале космического корабля. Вообще-то очень обидно то, что у меня нет вот этих клетки и животного, потому что они есть, просто у меня не сохранилось, и мне пришлось развиваться. Блин, с этого племени, ну это очень обидно на самом деле. Это я первый раз прохожу, это такая фигня. И мы здесь опять начинали с трудолюбия. То есть военное дело, или экономика, или религия. Военное дело. Военный захват города. Военный захват города. Нифига. И здесь дофига смертей. Потом военный захват города. Техники единицы. В итоге все, мы чисто военное дело. И вот он, космос. Блин. Та-дам-та-дам! Опа, нифига себе, что это у нас. Космический корабль. Так, возьмем вот это как деталька нашего космического корабля.
Нормально. Нормально. Так, а дальше. Дальше берем. Отсюда что-нибудь. Угар на самом деле какой-то. Похоже на угар. Это очень похоже на угар. Поэтому уберем нафиг. Давайте возьмем лучше вот это вот. Так. А, ну так нормально. Уже выглядит намного лучше, чем тот момент. Уолд, что это за руки? Капец, ускоритель. Так. Только мне бы их развернуть. Какую-то логичную сторону. Это почему их нельзя так развернуть, я не пойму. Странно. Очень странно. Невероятно странное. Так, ладно. Ее тоже нельзя развернуть. Что за бред? Ладно. В таком случае сделаем вот таким вот образом. Да, то, что надо. Капец, это идеально. Это то, о чем всегда мечтал. Фух, ладно. О, наконец-то что-то нормальное. Так, дальше. А зачем это? Космос, суши, зачем нам суши? Так, оружие. Это что-то интересное. Ну ладно, не интересно. Тарарарам, та-да-да-дам, та-да-да-дам. Оп.
Так, ладно, в принципе, нормально. Отжигатель, нифига. Круто придумали. Так. Ух, вот такую штуку поставим. Чего у нас еще? Давайте вот такую. Ладно, ведь чуть побольше, что уж. Ну ладно. Светлячки. Смешно, но вообще круто. Так, и вот такую штуку давайте. Все, в принципе. Вообще мне больше нечего добавить. Ладно, есть. Не знаю, что это такое. Ну ладно, пофиг. Короче, все, пусть так будет. Мне уже надоело. Так. Че, опять же красный? Давайте какой-то. Ой, ну это слишком прям... О, кайф. Этап космос, поправка планетарных вращений. Эх, ратуша. Вот наш ратуша. Примите стиль игры воин. Создали космический корабль и можете отправиться в космическое путешествие. Да здравствует небо, космос, вселенная. Хотя для начала неплохо бы научиться управлять этой штукой. Действительно. Дайте своему капитану имя. Ух ты! Ну конечно же Шпек. Шпекентр. Все. Да здравствует космос, добро пожаловать в колыбель мира, космос. Вам предстоит бороздить просторы галактики на собственном космическом корабле и совершить невероятное открытие. Давайте посмотрим, далеко ли вы ушли на пути к славе. Так, это мы все знаем. Панели переговоров знаем. Так, 100 косарей у нас. Как много штук. Только нет. Что инструмент изменения атмосферы? Терраформирование. Окрашивание. Ядрен батон. Что такое?
Империя... Поздравляем, кадет, отличный получается корабль. Мы вносим последние штрихи, но времени остается очень мало. Тебе раньше доводилось управлять космическим кораблем, нет? Ну что ж, что может быть лучше пробного полета на глазах твоих сородичей? Докажи, что ты лучший пилот, шпиалист из планеты Шпелта. Лучший пилот, шпиалист из планеты Шпелта, ну да. Что скажешь? Хочется, чтобы тебя звали капитаном? Я уже умею управлять кораблем, плавали, знаем. Так, ну окей, окей, я в деле. Вот это да. Каждый город на планете Шпелта соорудил в честь своего первого космического полета гигантскую сферу. Серьезно, это надо видеть. Пролети на корабле вокруг планеты, стараясь попасть в кольца, сооруженные в 7 городах, и разбить их. Затем ты получишь дальнейшие инструкции. Удачи и постарайся не поцарапать корабль. Я скоро вернусь. Так, задание. Так. Ага, вот на что. Так, ну ладно. Капец. Как-то, знаете, неудобно. Ёлки-гулки. Да блин, здесь неудобно. Здесь колесико вниз означает вверх. Колесико вниз, а вверх колесико означает вниз. Да блин. Так, то есть колесико вверх это вниз, а колесико вниз это вверх. Да блин. Так. Все, больше нет. Капец, вот мы и летаем нашим миром. Найс. Когда-то мы были вот под этой водой. Невероятно маленькими. Капец, плавают. Откройте экран переговоров, вам удалось побывать во всех городах. Хорошая работа, кадет. С такими темпами ты скоро станешь капитаном. А что мне делать дальше? Теперь, когда ты ас в космических перелетах, тебе стали доступны изобретенные нами сложные инструменты. Мы поработали над твоей способностью сканировать флору и фауну различных планет. И похоже, мы сделали это как раз вовремя. Запись в споропедии об одном из видов животных оказалась повреждена. И одновременно у самого вида появились странные симптомы. Просканируй этих животных, чтобы мы смогли узнать о них побольше. Так, ладно, я в деле. Ах, нужное вам существо оставляет необычный светящийся след. Ваш корабль оснащен радаром, который можно включать и выключать на панели основных инструментов. Радар помогает найти на поверхности планеты объекты, важные для выполнения задания. Чем ближе вы к цели, тем чаще пищит радар. Выберите на панели основных инструментов инструмент сканирования. Так, выбранный инструмент отображается на пиктограмме корабля. Ага, чтобы отменить выбор, нажмите Escape. Гублдигук. Так, мне это напоминает. Помните, когда мы были племенем, самолет летал над нами? Сейчас что-то подобное происходит, только теперь мы летаем. Капец.
Что это здесь? Почему оно не освоено? Вот так переворачивается, конечно, круто. Отлично, наши ученые готовы проанализировать полученные данные. А что мне делать дальше? Мама дорогая, тебе удалось добыть очень ценную информацию. Теперь нам ясно, что этот вид подлежит дальнейшему изучению. Твой корабль теперь оснащен лучом притяжения. Сейчас он находится в панели товаров. Используй этот инструмент, чтобы подобрать нужное существо и доставить его нам. Воспользуйся гравилучом из панели грузового отсека, чтобы забрать это существо для дальнейшего исследования. Не выключай луч до тех пор, пока не убедишься, что существо надежно закрыто в грузовом отсеке. Если выключить луч слишком рано, когда отсек еще не закрыт, это может окончиться плачевно для жертвы, то есть для существа. Ладно, я скоро вернусь. О, капец. Ух ты, что мы умеем делать. Она умрет? Она умерла. То есть поместить... А как поместить-то? А, вот. Так, и сколько? Хорошо, поехали. Поехали в любой город. Капец, вот. Так, нифига такой-то город-завод. Целых три завода. Нифига, они больше, чем мы. А чё они такие огромные? Капец, они громадные. Неплохая работа, кадет. Тебе удалось доставить нам прекрасный экземпляр для изучения. Мы всегда говорили, 7 раз отмерь, 1 раз похить. Ладно, что мне делать дальше? Оказалось, что привезенное тобой существо заражено вирусом, способным распространяться с огромной скоростью. Он нанесет угрозу для всей нашей экосистемы. Нифига. Конечно, хотелось бы решить эту проблему гуманно. Мы оборудовали твой корабль высокоточным мини-лазером, который позволит тебе уничтожить зараженных существ, не задев при этом здоровых. Выбери на панели оружия мини-лазер и направляй его на зараженных существ. Только осторожнее, он может разрушать здания, технику и космические корабли. А теперь поторопись, пока инфекция не перекинулась дальше. Так. Так, ладно. Ага, хорошо, на своей планете, то есть мы на другие планеты будем летать. Так, ну и где зараженные? Это зараженные, как я понимаю.
Ой, я, кажется, не то делаю, да? Ой, я дебил. Блин, я зачем-то своих гасил. Капец, я крутой. Капец, они громадные. Ой, ёлки-иголки. Все, класс. Опять экран переговоров. Неплохо сработано. Ты нам нравишься и заслуживаешь уважения своих сородичей по планете. Мы хотим видеть тебя пилотом этого корабля. Именно ты возглавишь исследование галактики и поведешь нас навстречу славе. Так, блин, погодите. Они сейчас относятся мне, как будто я просто кого-то чел. Вообще-то я воссоздал, я... В кого я? Кем я стал? Ты заслуживаешь звания капитана. Наши ученые разработали для твоего корабля специальный двигатель для полетов на другие планеты, но сначала его надо установить, капитан. Случится заманчиво. Давайте. Панель торговли. С помощью панели торговли можно продавать и покупать пряности, инструменты и раритеты. Товары из грузового отсека, которые можно продать, появятся внизу панели. Щелкайте на товарах, которые хотите купить или продать. Купить. Ух. Готовь скафандр, капитан, но мы отправляем тебя в космическое путешествие. Есть версия, что мы не одни в галактике. С планеты Малата, расположенной в нашей звездной системе, поступают загадочные сигналы, я разузнаю, в чем там дело. Спасибо, капитан. Центр управления с заданиями. Конец связи. До свидания. Ёлки и иголки. Поздравляем, вы получили знак отличия и звание капитана. Щелкните на кнопке коллекции, чтобы посмотреть архив заданий, полученных знаки отличия, а также доступные инструменты и найденные раритеты. Хорошо, давайте посмотрим. Как интересно. Инструменты. Спасибо. Для возврата к звездной системе выберите минус или воспользуйтесь колесиком мышки. То есть я могу просто лететь? Серьезно? А, вот как мы переходим. Ёлки-палки. Малата. Соукре. И наша шпалта. Это что за ESFD? Не занятая. А здесь что-то есть. Значит, она занятая. Это наша Афенчия. Нифига, у нас Афенчия называется Солнце. Ну, в общем-то, надо лететь на Малата. Так, мы появились. Что-то странное на радаре. Так, что же здесь? Опа, нифига себе. Чей-то кораблик. Разбитый. Сигнал поступает с потерпевшего крушение космического корабля. Отправляйтесь на место падения и вы используете сканером, чтобы исследовать местность. Хорошо.
Капец, синяя вода. Синяя вода и желтая трава. Как непривычно. Просканировать место, то есть нужно взять сканер. Так, смотрим. Ух ты, нифига. Инопланетяне, на никаких признаков жизни. Похоже, перед смертью они составили какую-то карту. Стойте! В результате крушения произошел запуск притягивающего луча. Что-то попало к нам на борт. Так, какая-то беда произошла. Управляемые ракеты и межзвездочный двигатель. В двигатель встроена система определения координат. Повреждения получены в результате военного столкновения. Возможно, этот корабль был послан с другой планеты для оказания помощи своему союзнику. Фига, корабль у них, конечно, выглядит покруче нашего. Но выглядит не такой крутой, как наш. А что, видите, здесь даже послание какое-то оставили. Ух ты, малая протонная ракета. Кайф. Вообще нормально. Летаем, убиваем. Воу. Это я. Сколько я убил существ? Вообще круто. Ну все, галактику погнали. Малата, но Малата похожа на нормальный мир. Ну, на нашу Землю, точнее. Так, и что теперь? Афенча. Прикольное название. Рубинки. Интересно, что там она огромная такая. Это опасно? Да нет, она же... Ну ладно, это опасно. Так, это наша земля. А что значит, что здесь 50? До других галактик, ну и до других систем нам еще далеко. А, то есть... А, мы можем за звездную систему вылететь. Координаты, сохранившиеся в блоке памяти корабля, соответствуют соседней планете. Возможно, эта планета является родиной этих существ, и им все еще нужна помощь. Капец. Капец, мы за Солнечную систему вылетели. И дофига солнечных систем. Почему их так... Почему их так дофига? То есть это самая близкая к нам Солнечная система? Они до нас долетали. Что за бред? Их слишком много. А, что? Я в шоке, ребята. То есть вот это вот эта вот штучка, которых дофига, в которых вот столько солнечных систем и в каждой системе по огромной планете. Ядрём бы то он. Не, спор, это офигенная игра. Офигеть. В этой солнечной системе, хотя это не солнечная система, это порошка, у них такая прикольная звезда. Комета. У них... Вот, Ривус. Ривус, о, она занятая. У них только одна, у них только две планеты. Нифига, у них гнусная система. И зато Лес Тодж. Не, у нас
красивое название. Ну все. Получается, спускаемся вниз. Что-то странное на радаре. Так. О, это чей-то город. Ну, был. Слишком поздно, эти руины, все, что осталось от колонии инопланетян. Сканирование местности, возможно, поможет нам понять, что здесь произошло. Так, ну да, может, наверное. Так, нас куда-то тянет. Что это? А, это мы, типа... Так, хорошо. Опа. Сканирование дало результатов, хотя кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни. Радар фиксирует какую-то активность. Сканирование запустило систему обороны этой колонии. А, серьезно, система обороны? Эти роботы не в игре дружелюбны. Послушайте-ка, нам пришло сообщение. Тревога, вторжение Гроксов. Уничтожить захватчиков. А, нифига себе. Гроксы. Залезть на код самозащиты Грокса 9. Так мы же не Гроксы. Кажется, нас спутали. Внимание, все корабли Гроксов, вторгшись на нашу территорию, будут уничтожены. Последний раз повторяю, мы не Гроксы. Вот именно, кажется, у них война была. Капец, у кого-то уже межсистемная волна. Война. Офигеть. Полагаю, нам нужна вот эта штука. Так, хорош. Побили мы неплохо их, а это что за фигня? Это просто животные. Вон таких животных, и у нас много. Никчемные страшные животные, которые в шоке от того, что здесь происходит. Да, помню, надо мной так же летали. Правда, меня не убивали, а я хочу их убить. Так, пора вернуться на родную планету, да? Да, классно попутешествовали. Так, теперь возвращаемся нафиг отсюда. Расстояние один пока. А, вот. А, нет, они все это очень далеко. А наша планета здесь. О! Там кто-то начал осваиваться? Так, вот это наша планета, да. Что это? Не занятые. Не, они не занятые. Капец там. Ладно. Все, мы вернулись. Так, что ты не нажимаешься-то? Я не понимаю, она не хочет нажиматься. А, класс, она просто не нажимается. Ух, что здесь происходит? Так, ну странно, я вроде должен... Сохраниться не могу. А. Сохраниться. Почему я не могу ответить на их звонок? Здесь не доходит уже. Так, блин, я возвращаюсь.
за бред? Скажите мне. Ух ты. Ух ты. Какие прикольные животные, которые в много раз намного огромнее нас. Они, блин, с размером мой самолет. А ты умрёшь. Ладно. Все, смотрите, принесли. Капец, он играл. Нифига, его убили. Но он тоже убил кого-то. Ну ладно. Капец, они пищат. Смешно. Но зато они, блин, с размером нашего. Зато они с размером наших танков. Алло. Здорово. Алло. Себе. Я понял. А как же сейчас? А как же активированный уголь? Ну, о, нет. Ладно. Черный чел в офис к русским, вот, к русским на работу, и в Твиттере, да, с Твиттером, и у него на этих, на запястьях, знаешь, индикаторы катывают все время, в Твиттерах. Ага. Он там сидит и начинает это колупывать, это собирать начинает, и на него, да, вот русские смеются. И он такой понимал, ну, а потом он до него дошло, что он попок собирает. Ага. Типа черный попок собирает. Ну да. Чё? Я ничего. Черный. Я захватил мир. Планету. Захватил планету. Захватил планету. Какую? Шпелта. В какую ты игру играешь? Спор. Какую? Спор. Какую? Споры. Какую? Пошел к черту. Споры. Ага, шпоры. Шпоры. Первое слово слышишь? Чё? Все, иди к черту. Я ничего не понимаю,
Я говорю, споры. А, споры. Ну, блин, спор. Что, в чем прикол? В смысле? Что я там делал? Ну, здесь ты... Ну, ты там клетку свою создаешь. А потом развиваешься. Долго-долго и захватываешь планету потом, галактики, потом вселенную. Просто знаешь, я уже захватил только планету, и вот прям тут недавно, сколько я уже времени потратил? Подожди, 87 это... Полторы часа. Говорим. Ну, короче, 5, 6, ну, 6, 7, 40. То есть я уже 8,5 часов играю в эту игру, и я захватил планету. Крутой? Я, короче, удивляюсь. Короче, у нас есть тело, этот, ну, с нами подали все время. Типа тиммейт. И у нас, короче, теперь он, его зовут Легенда, и собирается просто, ну реально Легенда, блядь. Ага. Было позавидует там. Ну ладно. Просто легендарный чел, блядь. Его сливают в броне инженеркой. Инженерка, короче, добавили разницкая штука, броня. Она очень плохо пробивает, то есть охуенная броня. Ее можно там, короче, квесты какие-то выполняешь, ну то есть я могу ее сейчас включить, но я не хочу. И, короче, его слили в ней. И она дает на один байк, и ты, типа, все, ты ее больше не получишь, только если тебе не придут обратно. И она именная, то есть ее другой человек пить не может. Только, ну, только покупать, ну, где-то там, короче. Поэтому ее за дорогу продают. И, короче, ему говорят, типа, за 4 меча на искушение про... Ну, отдадут ему эту броню. Mm-hmm. 4 меча на искушение стоят 200 рублей. Ага. Короче, он просто кидает им все 4 меча на искушение, то есть даже не половина кидает им 4 меча на искушение, они говорят, иди нахуй, что. А-а-а. Блядь, мы так вот так они смеялись, да, вы такой долбоёб, блядь. А, еще они, короче, кидали чела на Луну, и они, знаешь, они уже пригласили чела, и он такой, знаешь, говорит, так что, кидаем его на Луну. Типа, и это что, говорит, да, ну понятно, да? Да. У него, короче, у него на сегодня только было где-то 300 ему, не знаю, 5-5. И вот такой гений просто, я в шоке. Его мозга. Короче, у него нету левалки, у него. Короче, это броня, которая давалась на весь байк. Знаешь, какой у него инвент был? Обычные бафы, просто которые валятся. Видишь, вот 3. Вот 3, ну 5. Он, короче, собрался какой-то говноим и пронесу такую одел. Ну его, конечно же, разбили. Ну типа это чел просто, но он какие мувы делает, мы поражаемся, мы у него уроки берем. Угу. Крутой чел. Нам еще учиться и учиться у него. Он такой, типа вот это просто, это трэш. А, ну и вчера, короче, вчера я сидел до 7 утра, играл в Minecraft. У нас была цель делать кое-что, убить какого-то упыря богатого, донатера проклятого. У него инс был очень дорогой. Uh-huh. Короче, Виталик вчера вкачал жидаков до 4 левела. Мы их неделю качали. Вот. И он теперь смог купить нормальные бабки. И мы купили нормальные бабки. И мы вчетвером пошли херачить. Их, ну там их было трое, 4 на 3. В итоге мы, короче, отманили одного и просто вдвоем заебашили его. Ну и подняли с него руна 500 рубах стоит. И подняли его с этого, с инженерки. Охуенно. И потом, знаешь, он типа писал, блядь, шо по урону, блядь. Он, короче, очень жестко бомбил, типа. Почему мы его так сильно хуярили? Мы его 4 пикселей просто. Потому что мы были почти 4. Вообще, вот так вот, прикупить колдай все-таки. Ну, кстати, как тебе ведут типичный день Сергея?
Ну, вообще крутой. не приходит после школы его дети. Ну, ходи, ну-ка. Какая трасса, иди отсюда. Алло. Чекай, я сейчас скину, короче. Сергей, короче, рассказывает про то, как его дед жестко убивает людей. Да. Про то, еху. Его легендарный дед. Это типа его дед рассказывает Сергею. Что ты мне хочешь скинуть? Чекай. Ну-ка. Что там? Ну это ТикТок. Как я должен его посмотреть, мне интересно. Кто? Интересно, как я должен его посмотреть. Спасибо, да? Да. Ох, спасибо, я не знал. Да нет, ни в чем. Я все слышу прекрасно. Ничего не загружается. Крутится, крутится, никак не загрузишься. Ты зашел? Ты меня слышишь? Я не слышу. Говорю, крутится, крутится, никак не загрузится. Ребро достаю, этим ребром глаз выбиваю. Ну и как мне это посмотреть? Почему оно не загружается? Вы-то не сможете, а я ломаю переносицу, отсюда еще и глаз выбиваю, понимаете? Отсюда ребро достаю, ребро, этим ребром глаз выбиваю, понимаете? Вам-то это кажется фантастика, а для меня это много, и все, понимаете? Нет человека. А если надо будет, и 200-500 человек, понимаете? То есть это все не фантастика. Вы видите, какие несмешные вещи я вам показываю? Скажем так, вот. Капец, а я посмотрел. Короче, это вот так вот. И я сразу вспомнил, короче, Тантасьона, потому что все песенки Тантасьона, они все очень в плохом качестве. Ну, не очень, просто в плохом качестве. Типа, ну, звук не обработан, как, ну, нормально, типа, не обработан. В этом и фишка дополнительно звучит, типа, уникальное звучание. Понял. Так, ну да. Точно. Алло. Ты пойдешь завтра в школу? Ты пойдешь в школу? О, классная тоже. Эх. Так.
И что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай, я жду ответа. Класс. Короче, существует трип и бэтрип. Трип – это, короче, когда чел может залипать на один предмет, там, скажем, там, можно там 5 минут, 10, короче, на жестко залипать, чисто, чистого времени, вот. А бэтрип, ну, короче, в трипе у тебя все, ну, короче, координация плохо, ты еле стоишь, ну, короче, вот так. А бэтрип, короче, у тебя могут быть, ну, типа, может быть хорошо, а может быть вообще, короче, тебя могут все, ну, под бэтрипом, короче, чаще всего покачивают люди от самоубийства, ну, типа, вот, потому что это, у них вспоминается, как, ну, начинает триггерить все, что у них в жизни происходило плохое. То есть они не вспоминают, как они решали это, они просто так вообще начинают загонять вот так вот. Вот. Ну, и еще какие-то визуальные баги. Не баги, а особенности. Там комментарии, короче, мне захотелось попробовать. Ну, понятно. Ну не сейчас, 18 полностью можно. Ну нет. Ну 18 тоже лучше не стоит. Нет, я сейчас тебе, когда что-то добьюсь, тогда и будем что-то смотреть. А, да. Просто знаешь, если что-то добьюсь, то раз так не нужен как бы хоть. Да. Да, ну так. Да. Ты что делаешь? Я одна сижу. Что ты сейчас сказал? Я сижу. Ну ладно. А? Ну ладно. Я так хочу ходить. Все.